Привет! Мы в Дубае! Всем привет, всем привет! Рад видеть вас на нашем канале. Это наш семейный канал. Сегодня мы путешествуем. Мы приехали в Дубай. Папа, как обычно, любит перекусить бананами. Но папу постоянно ждет множество развлечений. Там виднеются горки, кататься на сапе и многое-многое другое. Надо признаться, что могу забыться и выкинуть мусор в неположенном месте. Бывает такое. Но благо есть кому напомнить. Сразу высказать, что так делать нельзя. В отеле есть интересные штучки, которые можно поставить, если есть опасность. Прикольно же. Вот так идешь себе, думаешь о море, чайки поют, а тут бац и упал. Так делать нельзя, конечно. Катя всегда готова мне напомнить об этом. Я готов исправиться. Всем привет! Мы наконец приехали на море. Мы в Дубае. Я буду купаться. Мы летели долго-долго и прилетели. Море и вода. Наши лучшие друзья. Кто не любит поиграть с песком на берегу моря? Все любят, и даже я. Мне лично нравится походить по песочку теплому. Зачастую забываю использовать крем для загара. Первые дни пребывания на море становишься красным. Теперь есть помощники, которые готовы прийти на помощь. Я думаю, многим знакома данная ситуация. У вас бывают проблемы с загаром? А уши забыл. А почему уши? Красное ухо. Как же прекрасно, когда удается побегать по берегу моря, по теплому песочку. В этот раз мы остановились в Дубае, в новом отеле, который находится несколько на удалении от центра, что делает отдых с семьей прекрасным. Обратите внимание, огромнейший пляж. Обратите внимание на водичку. Прозрачная красота. Отличная вода. А самое главное, что для детей... Мелкое мелководье, то есть вообще, так сказать, это все, это очень удобно. Мне очень это нравится. Жили в отеле рядом с аэропортом Дубая, так что над нами летали самолеты. Но это нам нисколько не мешало. Море – это прекрасная возможность покататься на различных лодках, байдарках, сапах. Очень круто можно побегать по песочку. Вау! Пробежки – это прекрасно. Песок на море – это не просто песок. Это целая волшебная история. Из песка можно сделать различные прекрасные фигурки. С Катей обсуждаем, что будем делать в пустыне. Собрались в пустыню покорять этот огромнейший пляж, где очень много песка. На берегу по утрам сильный ветер. Очень удобно запускать воздушный змей. Это у нас воздушная акула. Папа уже сгорел, он с полотенцем на шее. Папа с полотенцем на шее. Шея сгорела. Допрыгался. Обратите внимание на море. Ну, красота. О, круто, Кать! Готовимся плавать, всегда одеваем спасательный жилет и вперед. Первый раз Катя с мамой пробует кататься на сапе. Проще говоря, на доске. Пластмассовой. Весло. Молодец. Конечно, для детей все интересно. Решили вечером прогуляться по пляжу. Темнеет очень рано. Предложили искупаться, но мне, конечно, сказали, что это нельзя, это небезопасно. Ну, что делать? Пошли спать. Хорошо, не будем купаться, раз опасно. Мы пойдем домой.